Ну что, ироды проклятые, американцы, сейчас покажем, как мы тут живем в России. Это Марфа. Я сейчас буду рисовать портрет русской бабы. С крыночкой молочка, конечно же. Хотели с водочкой, но вчера перебрали спирта немножко, решили без водочки. В русской избе мы, начало 20 века. Это. Ну, короче, чё, фигарим? Так-с, ещё чуть повыше. А, да, вот, угу. Как младенца к груди прижми молочко. Парное молочко, чтобы нормально было. Кольки-то этого не отнять. Компонует как бог. После бани сложно. Сложно. Мозги плавятся. Ой. Что-то не идет, Марф. Может, водочки шибануть, а? У нас же есть. Сев. Может, водки, а? О. Нормально. Марф, будешь? Да. Надо. И огурчик. Огурчик и водочку. И сейчас мы... Сейчас живопись пойдет русская. Когда рисуешь русскую бабу, без водки никак. Ну что, за живопись русскую, за избу... И уже сделай меня красивой. Сделаю, Марк. Сделаю. Обязательно. Обязательно. А про Севу, кстати, есть ролик у меня на канале, ссылочку я оставлю. Он русский художник. Большой русский художник. Да. Ну что, а это кто не допил? Марф! Коль, я больше не могу. Хорошо, когда друзья выручают. Ну, уже неплохо, по-моему. Рисовать мы будем сегодня землями. Охра, Умбра, Марс — это все итальянские земли. Но мы наследники византийской культуры, поэтому это нормально. Сиена. Англицкая красная. Масонская. Оливковая. Сиена жженая. Вандик коричневый. Можно перевести это слово на русский. Умбра натуральная ленинградская. Марс черный. Сажа газовая. Спросите, Николай, а зачем вам две черных? А я вам скажу. Надо? Друзья, ответьте на один простой вопрос в комментариях. Что для вас Родина? Зачем все эти ультрамарины, все эти кадмии? Вот, богатство. Напридумывали красок каких-то, химии всякой. Бери землю, копай и маслицем разбавляй. Вот тебе и краски. И все.
что, день второй, день деньской. Хотел нарисовать русскую бабу, а нарисовал олицетворение русской родины, женщины. Родина мать, она спокойная, не зовет никого, она просто молочко плещет под ноги, и все. И нормально. Будние дни родины матери. Засмотрелась на поле русское, на церковь, и пролилось молоко. Можно нарисовать родину-мать в 2020 году и быть современным художником. И нормально. Почему никто родину-мать не рисует сейчас? Почему? У нас уже есть современное церковное искусство, а современное патриотическое искусство где? Нормальное. Все, все уже сказано, все уже сделано. Ни хрена еще ничего не сделано. За свое поколение отвечать надо. Понял меня? Работа посвящена всем любителям русской реалистической и классической живописи, ибо она является антагонистом этой живописи, но говорит про то же самое, про Русь, про любовь к родине. Моя работа — это последний гвоздь в гроб любителей русской реалистической живописи, ибо в 21 веке никто не запрещает любить твою родину, но сколько можно рисовать как Репин? Можно писать кипятком от Стажарова, но пытаться все-таки разговаривать на своем языке. Те, кто думают, что я не умею рисовать реалистично, напишите об этом в комментарии. И если мы наберем хотя бы 10 комментариев людей, которые считают, что я не умею рисовать реалистично, тогда я сделаю ролик, где я рисую реалистичный портрет в реалистичной манере, похоже, и с натуры, и при дневном освещении. И все, и таким образом я самоутвержусь. Можно было, конечно, все забить мазочками, но необходимы паузы. Паузы. У нас поэтому платочек плоскостный. Люди используют слово «патриот» как ругательство. Ну, приходится как-то с этим бороться. Показывать, что нет, можно как бы, чтобы нормально было. Вот откуда это берется, а? Откуда ветер дует? М? С запада, наверное. Ну и вообще перечеркивать несколько веков своей собственной культуры как минимум странно, на мой взгляд. Конечно, сложно с этим взаимодействовать, но... А кто сказал, что будет легко? Вот досталась такая страна, такая культура. Ну что, у нас получилось родина-мать, у которой все хорошо, молоко в крынке есть. Просто она... засмотрелась или спит с открытыми глазами, и молоко выливается из крынки. Здесь можно увидеть какой-нибудь мета-смысл, а можно его и не увидеть. Все зависит от вашего уровня интеллекта. Родина-мать пышет цветом,
силой, но спит. Спит с открытыми глазами. С нами была Марфа, русская баба, которая позировала нам на портрет. И таким мистическим образом нарисовали мы не Марфу, а Родину. Короче, это, пишите в комментариях, что вы думаете про портрет, как он вам, нравится, не нравится. Хейтеров прошу тоже как-то немножечко проснуться и начать уже меня хейтить, потому что... Во! Правду сказал! Любите родину-мать и помните о смерти.